сомневается в клиренсе. Канистрочка. Миша, видел клиренс? Кому ты надо еще? Канистра под этим. Да, вот такой клиренс. Канистра стоит, ну не знаю, стандартная, может чуть выше. Но это тоже не маленькая, 20-литровая. А вот немецкая двадцатка, стандартная, классическая. Сейчас мы поставим ее тоже. Кто переживал за клиренс? 45 сантиметров под поддоном. Кстати, шины оденем другие, они выше. Вон они лежат. И канистра четко зайдет, так она вровень с поддоном. Уже не только у него, да, двадцатку может? У него двадцатка лазит, да? Да. Огонь. Что там, какие у тебя проблемы? Я цепляю еще сюда. Хомутов не хватает. А ты завтра цепишь сюда еще два штучки. На обратку. Купить утром два хомута? Да, манюнки. Готовиться по-серьезному к выезду. Да, и, кстати, надо окна попротирать тоже. Будь по-серьезному. Не, ну в прошлый раз этаж он подписывал все. Изобретал. Слышь, ты канистру не помнешь? Там же канистра снизу. Поддон, мне кажется, зашел уже дальше. Да? Да? Но она не сгибается, подвеска хорошо, что твердая, жесткая. Канистра, кстати, видите, то, что я говорил, канистру спокойно я вытолкнул с-под низу. Пиши каллиграфично, не как попало. Все красиво. Старайся. Завтра ты на нем едешь. И тебе первое право, как главному технологу. Технологу, идеологу. Технолог у нас Миша самый главный. Миша конструктор. Берите проводочек, который идет на мутатор. Надо просто ставить вольтметр и все. А откуда мне сейчас ключ? Откуда мне ключ сейчас взять? Замка зажигания, вот с этой херни. Все, давай. Единственный. Он, надо найти его сейчас там еще. На замке? Сопли висят вот. Надо все посматывать. Боди? Нету боди. А этот мы потом будем использовать на вольтметр. А тахометр сможем подключить? Вот, кстати, тахометр можем вот этот провод использовать на тахометр. Сейчас будет работать, если включить? Да. А тут прямо можем включить? Да, вот сюда. Так где провод? Нести тахометр? Вот там же надо его подсоединять. Не, ну тут включить пока работает или нет, хотя бы проверить. Можем или нет? Да. Нести? Рано? Миша, я тут просто у вас спрятал его, чтобы не пропал. Так он слабый, слышишь? Он только до 7000, а мотор-то 8900 где-то должен крутиться. На. Я товарак, где он разбит. Страшно, блядь, все страшно. Что страшно? Да провод где-то. Миша, все удалить придется. Ни одной твоей мысли не останется в кадре. Что? Можно здесь. Что ты делаешь? То, что должно как-то где-то вся проводка где-то рядом проходить, наверное, чтобы можно было притянуть, и не каждый провод где-то. Отдельно лежал? Не, ну так это же машина апокалипсиса, что в ней так и должно быть. Она сгорит тогда самого же. Да, сгорит, как в апокалипсисе, да? Да не, я надеюсь, что не постигнет ее эта участь. Так, а где кусок ты откусил, фишку? Так, вот тахометр. Сейчас Миша сказал, сделает. Не изолируй. Пока нет. А вот еще один.
Миш. Тут плюсо валяется. А вон разъем готовый, Миш. Или то второй ты делаешь? Нет, пускай будет. Пускай будет, оставим. Смотри, что творит. Кулибин. Так мы сейчас обороты увидим, какие крутит мотор. Сейчас, максималку. Как накрутим. Что, Миша под, что-то подключил. Что это будет? Масса? Временная. Так где-то тут его можно поставить, чтобы сзади штурман смотрел, какие обороты, да? Пока временно. Боди. Что? Ты завтра со мной едешь, можешь машину даже не готовить, друг. А как это? Как? Так? Как? Бусин, я сам не поеду на ней. У меня бусин заводи. Бодя, заводи. Переверни вверх ногами. Стрелка это максимальная, да, обороты показывают? Допустимые. Вот так 7000 можно. Подожди, Миша. Миша держится за голову. Проверь. А, там, может, передача я там щелкал, да. Работает! Это фантастика! А газони! Как хорошо работает, да? Что тебе? Может ехать или нет? Генератор тоже звук есть. Миша, не ходи!
О, тише работает. Давай приварим. Миша, привари, пожалуйста. Можешь приварить? Крыло отвалится. А мы усилители, растяжки сделаем. О, так тихо, вообще хорошо. А полегче нету никакого? Ну, этот красивый, конечно, если бы мы с ним выехали завтра. Ну что, нормально? Мотор надо будет снимать и отдавать ремонт. Мотор? Да. Чего? Он не выдержит. Не выдержит? Что именно? Да? Ну, что там работает? Где-то не то, что там, где-то стучит. Где-то стучит. А все было красиво, раскрыли. Коленвал идеальный, клавиши новые. Голова тоже как-то. Да, мотор что-то простукивает, да? Похоже на распредвал. На распредвал, да? Таврия любит распредвалы сейчас. Да? Снимать? Я не знаю, проедешь ты или нет. Там загорожено все машинами. Где запчасть? А что это, откуда? Завелась. Поднялся. А там Ауди сзади. Обрезание за лупазлику делает. Да, работает нестабильно. Я сегодня по-серьезному подошел. Говорит, не выйду из бокса, пока провода не проведу. Ты сегодня романтически, да, настроен к залупазлику? Я хочу, чтобы он просто уехал, Руслан. Куда уехал? Куда уехал? Не важно. Не важно куда, но надо, чтобы он уехал. Он не уедет. Надо, чтобы он уехал срочно. Нет, он будет всегда с тобой. Срочно. Знаешь песню? Помнишь, я для вас на ней? Так, Боди. Нового мотора какой-то не алло, надо разбирать. Что ты задумал? Есть заряд больше 14. Куда ты? А? все. Странно заводится.
Хватило ресурса? А? Хватило времени заехать? Нет, что-то тут... Что-то не то? Что там будет? Карбюратор? Провал, да, ну или заливает, или не доливает. Можно одну свечу выкрутить, посмотреть. Ставим колеса правильные. Я тогда родился еще раз. После такой скорости. Когда мы 95 ехали. На вот, а мы на этих колесах ехали будем? Да? Ну да, это жестко было. Я тогда просто понимал, что сейчас одно неправильное движение. И все? И нас больше сезоном нет. Да ну что ты начинаешь? Если бы я начала кидать, я-то перевернул, а так и хоронили. Вместе с ней? Да. В братской могиле? Вдвоем. Бодя, не сгущай краски. Это заднее крутится? Как ты меня достала, если б ты только знала. И все. Про кого это ты поешь? Это песня про залупас. Точно про него? Он просто уже достал. Достала. Так подожди, залупас это он, а песня достала это она. Не сходится. Не знаю, я уже понял. Главное не вырезать, чтобы люди поняли, что это он. Так в смысле, сейчас будет подниматься на задние, на задние колеса, да, с новыми шинами? Надо с новыми сейчас... старыми. Ну сейчас сломаем по войску. Сломаем? Да. Да нет. Тормоза сейчас есть, бензин есть. Есть, сейчас будет просто фаер-шоу. Все? Ну сейчас ждем. Ну это за последствия пока. Не, спокойно. Нам завтра на оффроуд. Может не дошли. На бензин. Так, Бодя все подписал. Колеса почти поменяли. Клиренс достойный, да? Канистра, да. Клиренс канистра. У нас меньше канистры, это ненормально, да? Это ящик жив. Слышь, а в мегауазе у меня, наверное, меньше, чем канистра, да, клиренс? Почему? Может, да, чтоб я был. Вот вам и клиренс. Только бородач может со мной соревноваться на своем этом. Говорит, ты настоящий джипер? Шайсамоги. Если ты настоящий джипер, значит, у тебя должна быть канистра. Хотя бы пешком ты должен над ней мочь пройти, да? Говорит, вам к нам, если к вам, у вас проходит под мостом канистра. Это ТР-5 уже получается. Так, друзья, ну, Бодя выезжает. Так, тут Ауди стоит. Мы расчистили выезд, порядок навели. Бочку подвинуть. Бодя говорит, проеду здесь на Альфе даже, не то, что на залупазе. Залупазник-то пошире. Старт с бензобаком. Говорит, выйду свободно. Машина. Что, очкуешь? Пока холодная, смотрите, что происходит. Пока холодная, мотор иногда заводится, иногда нет. Что-то как тяжело ему крутиться. Что там, Боди? Оборотом открутить. А, чтобы не глохло? Чтобы не глохло, да. Холостые добавить. Назад, видите, клиренс. Клиренс возрос. Сзади торсиончиками подвели его. Хорош! Карбюратор. Меня больше двигатель беспокоит. Карбюратор.
Смотри у себя. У себя плотно, смотри. Проходишь, проходишь. Да, тут один только выезд из бокса. Привыкнешь к коробке, к машине, к габаритам. Равняй! Ровно давай! И поцарапай машину, осторожно. Да, выехал, смотрите. Вот это жажда. Бодя, я название для видео придумал. Жажда скорости. А свет включи. Не услышал. Так, первый заезд. Обкаточный, первый круг прогревочный, правильно сказать. У нас сразу и обкатывается. Куда-то он в другую сторону поехал.